Вот так вот с ламой можно играть в волейбол. Ну, до того момента, пока вы ее не убьете. Ладно, все, мне уже надоело. Давайте последний раз лягу. Погодите, сейчас поводок один возьму. Поводки надо взять, чтобы удобнее было животных водить. Милк. Стоп. Привет, Леша. Вон какие-то. Давайте пошли. Пойдем. Все. Вы будете со мной тут рыбачить. А. Мишель. Козырек. С водой. Корова. Главное тебя не отвязать. Нет, не то. Что? Идет, нет? Это рыба-фугу? Фугу. Или рыба-фугу. Или просто фугу. Называйте, как хотите. Я рыбалки просто опыт получаю. Тропическая рыба! Она очень редкая. Ее можно только в тропиках выловить. И то редко. Не так как я возле тропиков. Я не могу говорить. Уже третий по счету, кстати. Кожаные ботинки это типа как когда ботинок вылавливаешь иногда. Давай, это последний улов. Все, не хочет. Рыба заснула. Пошли, коров. Милка, пошли. Нет, вставай. Ладно, так мы тебя подбодрим. Пошли. Вон, смотрите, как бежит с каким удовольствием. Давай, мы почти дошли. Не отставай, Крипя. Побежали. Побежали, у меня дома переночуем. Иди. Бежишь? Дома передачу. Смысле? Милка. Милка, что он тебе делает? Я не могу заснуть. Ладно. Милка, я на балконе. Ребят. Милка, тебе страшно. Мне тоже. Встань. Подходи. Нет, Милка. Не пень.
Милку. Бедная Милка. На кого я поводок потратил? Ладно, смириться. У меня уже все поумирали. Все питомцы. Я хочу, чтобы меня учила. Ну все, направления нет. И не надо 10 лет ждать. А, нет. Кстати, тропическую рыбу приготовить невозможно. Уже почти всем известно. Но я должен сделать это. Вау, будет очень вкусно. Надеюсь, он попробует. Но если не будет, то защеплю. Не, ночью. Вкусно. Я делаю это для тебя, Паул. Время спать. Резко плавит. Курица. Дело готово. Даже много. Вот. Ты много нанесла. Пипец. Так, все, ладно, всем. Ладно, уже в следующей серии тоже сделаем. Всем пока и до скорых встреч.